Вы не бывали в украинском селе, когда туда привозят индийское кино, а? Так мы вам сейчас расскажем. Вот представьте себе клуб. 250 мест. Пришло 6000. Разместились все. Первый ряд сидит к экрану вот так. Последний ряд сидит на берегу речки. Перед экраном появляется завклубом Яков Степанович и предупреждает, что кислорода в зале хватит только на журнал. Что пленка 28-й категории и могут быть варианты. Вот вы... Нет. Вы не знаете, что такое пленка 28-й категории. Это значит, что индийский фильм разорван настолько, что он переклеен фрагментами из московского фитиля. Кривое зеркало. Штирлица. Программы «Время». И просто липучкой для мух. Завклубом. Так, я строго спрашиваю, дети до 16 лет в зале есть? 300 детских голосочков. Нема! Завклубом. Володя! Что? Давай киноленту. И вот кино началось. Вот бедный, но честный Гопал встречает бедную, но честную Зиту. Любовь. Первыми впечатлениями. Хорошая песня. Говорит тетя Люба. Но только очень сильно быстровато. Говорит тот, который сидит у нее на коленях. Вот я бачу в городе индийское кино, так вот там одна баба пела, вот то пела. Оно так и называлось. Баба, которая поет. Тем временем события назревают. В бамбуковой роще злодей Радж соблазняет Зиту. Падшая, бедная, но честная Зита начинает заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Бедный, но чистейший Гопал видит это все. Запрыгивает на балкон 19 этажа, чтобы спасти честь любимой. В зале стоит мертвая тишина. Вот он поворачивает нам свое лицо и кричит. Коля Бутрер, на выход, пожалуйста. Это зашел на огонек Петр Иванович Ковальчук, член общества трезвости с 1927 года. Николай, ну тебя долго ждать, все же остывая, ну. Голос из пилобудки. Ты ежели пришел, так сядь там тихонько и не фигурируй, понял? Голос из зала. А я не понял, а кто-то там галкает, как собака с будки. Что зубам тесно, так я сейчас подниму. Растроганные женщины в зале поднимают такой крик, что если, допустим, Коля совсем сошел с ума и отозвался, то это было бы последнее кино в его короткой биографии. Поэтому он молчит, как мышка, тем более, что рот ему все время перекрывает чье-то колено. Тем временем события назревают. В дешевом борделе для русских матросов Зита теряет последние крохи девичьей чести. Yeah.
экране эротическая сцена. 2 минуты. Киномеханик Володя делает стоп-кадр, высовывается из своей будки по пояс и, обращаясь к своей невесте в зале, комментирует. Вот галючий, как индейцы делают. Они кричат: сначала женись, сначала женись. А потом наступает момент, которого ожидали все, чтобы поплакать. Зита рассказывает, как ее соблазнил и бросил тот, которого вырезали в первой серии. Вместе со сценой соблазнения плачет Зита. Плачет бедный, но маниакально честный Гапал. Плачет Костя Сорокин. Он все 3 часа просидел на полу, пытаясь выплюнуть изо рта чью-то пятку. И снова события назревают. Ночью бедный, но честный Гапал пробирается во дворец злодея Раджа, чтобы отомстить за поруганную честь любимой. Президент встретился с работниками сельского хозяйства в преддверии их профессионального праздника. Это 45-минутной беседы, прошедшей в теплой дружеской обстановке. Как ты попал сюда, Гапал? Здравствуй, Радж. Вот мы встретились на узкой тропинке, молись, я ударю тебя по лицу. Щенок, бродягой был бродягой и умрешь. Прежде чем я убью тебя, я и моих 40 слонов споют песню. With the Capitan Sitem Bana In Sano Nikanun Racha In Ke Hote Bhi Dharti Par Anyais Aag Kaun Bacha Лендекс. Всего за 14,90. Нет! Злодей Радж наказан! Началась счастливая семейная жизнь. Ашик у тумара, мэ банне ха пурана, ашик у тумара. Bye.